Сегодня 29 мая. Ровно 170 лет назад, 29 мая 1854 года, в газете «Самарские губернские ведомости» был опубликован материал о состоянии паводка на реке Волги. Вода в Волге задумалась и пошла на убыль. Нынешний разлив ее вышину ниже прошлогоднего на несколько аршин. Сверху по Волге, мимо Самары, начали проходить барки с лесными изделиями. На Самарской пристани продолжается еще погрузка хлеба для сплава его в низовые и верхние пристани, сообщало тогда издание. 29 мая 1922 года на повестке дня в губернии была борьба с голодом. По сообщению газеты «Правда», из Петрограда в Самару было отправлено 32 вагона хлеба, закупленного в Финляндии на церковные ценности. Тогда же в нескольких селах Самарской губернии побывала делегация Международного рабочего комитета помощи голодающим при Коминтерне с целью ознакомления с последствиями голода. Ежегодно 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. В народном календаре сегодня Федор Житник. Такое прозвище этот святой получил, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили крестьяне. У житника забота – ячменное поле заборонить. Это были лишь некоторые события, случившиеся в 29-й день мая. Восхитительного настроения вам и удачи в делах!